26 февраля посол Азербайджана в Евросоюзе Вагиф Садыхов написал: «С 1992 года Арменией управляют кровожадные фашисты. Они останутся фашистами, пока не окажутся в Яраблуре. Яраблур — это армянское военное кладбище, на которое в последние годы азербайджанское насилие приговорило тысячи 20-летних подростков. Они не просили ничего, кроме мирной жизни на земле своего народа. Сегодня Азербайджан угрожает, после Нагорного Карабаха, территории Республики Армения. Яраблур тоже смотрит на нас. Если Алиев чувствует себя вправе, то это потому, что после блокады гражданского населения, после перемещения и этнической чистки, после агрессии и кассетных бомб, Европейская комиссия объявила его надежным партнером и купила ему больше газа. Почему он не чувствует себя вправе ни на что? Уважаемые коллеги, пришло время, наконец, действовать и понять, что Европа больше не имеет права молчать. Пришло время сказать господину Садикову, что Европа не в Баку, что она на стороне демократии и свободы, на стороне той цивилизации, которую мы разделяем с Арменией. Что она в этом месте, куда я ушел и откуда не вернулся прежним. Европа в Яраблуре.